Вы помните, какие у вас были мечты в детстве? В какую страну вы мечтали слетать, когда будете хорошо зарабатывать? А что сейчас? Позже, сейчас не могу. Отложу на следующий год. И как следствие, чувство неудовлетворенности, даже если достаток позволяет все возможности. Трудности в балансе между работой и личной жизнью. Чувство вины и беспокойства. Синдром отложенной жизни – прямой путь к депрессии, потере себя и выгоранию. Здесь я подробно рассказываю, что и как поможет вам жить, не откладывая все на потом.